Здравствуйте, это прогноз погоды, с вами Кристина Смирнова, и прямо сейчас все подробности о погоде на завтра. Информация предоставлена Центром ФОБОС. Четверг юг Тюменской области окажется под влиянием антициклона. Это значит, что вероятность осадков будет минимальная, из-за облаков выглянет солнце, но температурный режим останется на 7-8 градусов ниже своей климатической нормы. Так, 15 декабря в Тобольске облачно и без существенных осадков. Ночные часы -26, днем температура воздуха составит 20 градусов ниже 0. Вышими переменной облачности морозно, в ночные часы -24, после полудня -19 градусов. В Заводоуковске малооблачно, вероятность осадков минимально. Под утро -25 градусов, а днем столбики термометров покажут -19. В Елутровске хмурое небо, ночью прогнозируют -26 градусов, дневная температура составит -21. В Тюмени облачно и без осадков, после полуночи -25 градусов, днем ожидается -20. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.